Таня Мирошниченко. На пьедестале самые юные лыжницы легендарной манжосовской гонки. Таня Мирошниченко заслуженно получает свою уже не первую медаль по лыжным гонкам. Таких результатов девочка достигла всего за 2 года. Главный секрет – поддержка семьи. Танечка мечтала у нас прийти первой на этой дистанции. Но на самом деле не главное быть первым, а главное в нашем случае участие, да, Таня? Ну а папа пробежал вперед Тане сегодня. Пока получилось у папы, тоже в хорошей спортивной форме. А вот у Лизы Алихмановой это первая награда. Старалась и за себя, и за старшую сестру. Мы уже вторую манжосовскую гонку бежим, и наконец-таки медаль. Старшая у нас со сломанной ногой дома расстроена, зато младшая заняла 3-е место. В этом году предновогодний забег на традиционной манжосовской гонке совершили 1200 человек. Соревнования с более чем полувековой историей стали неотъемлемой частью нашего округа. Именно здесь, на Лазутинке, занимаются и становятся олимпийскими чемпионами российские спортсмены. Увидеть их на соревнованиях – большой стимул для начинающих лыжников. Но самое главное в этом возрасте – это участие, проникнуться атмосферой праздника спортивного. Ну и понять, что спорт – это неотъемлемая часть жизни. Ну а лыжный спорт – это очень полезный досуг. Поэтому я, как спортсмен в прошлом, приучаю их, передаю свои знания. Старт гонки дали министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов и глава округа Андрей Иванов. Они уверены, проигравших и победителей здесь не будет. Это большой спортивный семейный праздник на свежем воздухе, где каждый получит награду. Каждый из вас уже победитель. И ваша победа – это сам факт того, что 31 декабря вы посвящаете здоровому образу жизни и спорту. Я хочу пожелать вам достигнуть сегодня лучших результатов, установить личные рекорды и поднять себе настроение. Спортсмены от мала до велика, как любители, так и профессионалы, пробежали каждый свою трассу на дистанции от 600 метров до 18 километров. При этом памятные стартовые номера и специально изготовленные для 53-й манжосовской гонки медали получили все участники. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».